победить сильнейший. Но кто-то оказался сильнее, чем мы. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы проходим суперсложные испытания. Выиграй бой 20 раз в режиме броубол. Мне кажется, это нереально. Мне тоже кажется, это нереально, но попробуем, потрудимся на этот пинчик. Мне он очень понравился, поэтому я с Кириллом прохожу совместно. Я даже не знаю, куда его деть потом, если мы его выиграем. Сейчас мы их выиграем. Сокер, Юрич и еще неизвестный какой-то парень. Юрич 27. Неплохо. Лох ты. Есть, я говорил, просто... Дичайшая команда. А что это какие-то, мне кажется, полуботы? Потому что они прямо все пошли, такие же, как и я. Он тут немножко потратил. Блин, я думал, будет отскок небольшой. О-о-о, на льду. Ну, там... Рост там было, как корова на льду. Так там и Барни, смотри, он же не знает, куда бутылки свои бросать. Себе под ноги, либо выпить их. Отравленную. Блин. Блин. О, команда класс у нас. Может, ближника какого-нибудь нам? Да не, ближники, отстой. Я же ближником играю. А Фэнк это ближняк, как бы. Но он наполовину. Ближняк, а на пиву. Так, Фэнгуша, давай. Ай. Виктория. Потому что Фэнк это имбище. Нуб. Ну, сейчас мы нубика вальнем. Да, вот, наверное. Ай. Блин, я хотел тейкшотом несколько раз. И... Давай, Джеки, прям. Джеки Чан. Блин, я хотел в эту херню. А штучку. Ну, не получилось, да? Так, беги. У меня, если что, ульта уже есть. Я сейчас остановлю их. Ну, Кирилл. На, вот пойдет. С одной ноги вынес. Меня Розавелла вытянул. Выкинула вообще. Нафиг тебя. Да. Выкинула. Ну иди сюда, я сейчас тебя отомщу за все. Давай, из двух сторон обходим. Хорошо, что нас разрушило. Это кто? Это Фрэнк наш, походу. Ух, красава. Нам такие нужны игроки. Только я не понял, как забил он. Да он забил просто и все. Да он забил на все и все. Все верно. Нас забил на все. Зря ты... Теперь я. Зря Фрэнк утонул. Почему-то Фрэнк у нас... Смотри. На лучше гаджетом. Понеслась. Ну давай, передавай быстрее, Кирилл, мне давай. Что не успел? Разломать эти стены. А-а-а. Зая. Ну, забил, конечно, хорошо, но так быстро зая, конечно. Смотри, вот так вот их надо ломать, бац, и все. А, ты сломал уже? Ну ладно. Мяч наш, давай, забивай. Есть. Викторина. Так, нам осталось вообще чуть-чуть победить, товарищи. Нам осталось 17 раз победить. Ну да. Всего 17 раз. Ага. Ну, делов-то тут на 5 минут на самом деле. Блин, очень нужно было. Ну, хотела. Ладно, я буду им пока, а потом подумаю, Отисом стоит мне играть или нет. Хотя мы же прокашиваем Отиса. Есть, трикшотом, первый мой трикшот, прикиньте. А у меня, не, знаете, сколько трикшотов в мире? Ноль. Правильно. Ноль трикшотов в мире. Потому что в полбол я практически не играю.
Ой, меня завалили. Получится вам там забить? Да, Кирилл, давай, давай, деда выстегивай, блин. Блин. Чуть-чуть бы там. Отошел. Так, я иду на помощь, ты можешь отходить пока потихоньку. Ну, можешь не отходить. Ты, если можешь забивать, забивай. Мне кажется, мастер урона это вот. Франкенштейн. У него, кстати, есть другие скины или только это? Кстати, у меня идея, ты же будешь ломать, а у меня закручивающий. О, пойдет. Я так хочу Спайка. Поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы я Спайка добился, выбился. Чтоб он у меня был, в общем, без донатов. О-оу, с нами Спайк. То есть не с нами, а с нами этот... Тупой. О-оу, они нам вообще нормально потрепали шортку. О! Ой-ой-ой, я чуть-чуть отхожу, Кирилл. Не попал. Но мне сложили. Я вообще Спайка на самом деле ненавижу. Люблю и ненавижу. На себе вот ультец. О. Эй, ты куда? Ультой. Давай, давай, чуть-чуть задеть надо. Ага. Смотри, я сейчас стенку сломаю, Кирилл. Давай. Дед. Пипец. Молодец, просто красавчик. Это кто, Барли, да? Да, с нами Барлейчик. Нормально. Кокетчик. Пик-печик. Вообще, чтобы стенок не было, можно вообще уровень разрушить. Мяч возле меня был, представляешь? О, нет. О, нет. Они идут, Кирилл. Где мяч, где мяч? Вот он у тебя, вот мяч. На тебе, блин. Почти, почти. Там, слышь, там пушка какая-то бешеная стала после ремодели, да? Пенни. Ага. Так, не у нас, пух. Смотри, нету ничего. Обкакался. И... Давай, валите кактус. Валите кактус, спасибо. Что сломали кактус. Блин, чуть-чуть оставалось. А я вообще хотел ульту бросить, но нет. О, смотри, не тот. Из-за этих, знаешь? Из-за этих. Ну, из-за тех, кто не умеет, да. Мечом обращаться. Эх ты, блин. Ну, я одного хотя бы сложил. Зачем? Так, давайте. Так, я выхожу. Несколько дней назад было комьюнити «Сказочный Фрэнк». Я помню это. Было. Ну, получается, было и было, правильно? Да. Эй, куда он погнал? Так, мы выигрываем. И это замечательная игра. Смотри, вся карта в каких-то взрывах. Ага. И звездный игрок, конечно же, папик. Отменяем команду. Кирилл играет мэг. Я буду закидывать. Ну, как закидывать? У меня в основном все закидоны это автоатака. Поэтому... Кому повезет, тому повезет. Пап, эй, ульта, я могу и тебе сказать совет, и зрителям, если кто не знал. Если там, например, кто играешь в ШД и врагов вообще нигде не видно, то автоатака тебе поможет. Просто один раз можешь автоатачнуть, и тебе покажет путь, куда идти можно. Так, где так, я разрушаю. Блин, почти, 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 дорогушка. Я им там все разрушил. Нифига себе, Мэг, это же вообще... Лютая имба. Вообще зверюга. Ты видал, как он снес его? Я. Это ты, Мэг. Конечно. На, у тебя, пас. Молодец. Ну, как раз. Так, я пока подлечусь магическим гаджетом. Ох ты. Заряды, конечно, ну, вы его вообще нормально зажали. Нет. Честно. Блин. Меня сложили. С Квиком часто играют. Может, ты им попробуешь? С Квиком? Да, с Квикулей. Это же просто имба. Ну, хотя, какая имба? Ну, так себе, конечно, имба. Твоя жизнь просто в притирку, Кирилл. Мне тоже была жизнь в притирку. О, я развалил его. На воротах стой! Ты видел, там вообще был просто миллиметр.
Выкинул его вообще. Так надо предугадывать, куда он пойдет. Но он пойдет за мячом, это по-любому. Из-за нашей напарницы Лолы мы чуть не проиграли. Это точно, могла бы словить мяч. Кирилл. На вот тебе мяч. Кому мне-то? Ну да, тебе. Да блин, хотел, как обычно, забить трикшотом. Ну, не получилось. Ну, хорошо, что команды равные. Так-то. Я уже не ребенок. Такая же история. Лич. Магическим гаджетом я подлечиваюсь. Кстати, у меня ульта готова. Могу вблизи мечом оттолкнуть. Только кого? Минус 2 почти. Давай. Нам всего один гол остался забить. Ай, Кирилл. Нам точнее есть. На распасовке было. Выкидывай его. У меня ульта есть. Я выкинул мяч. Вот они. Минус 2. Хорошо, то, что промазал. Давай мяч мне быстрее. Лола хочет сама всегда. А в этот раз не хочет сама. Есть, просто в дальний угол, просто мастерски. Пробуем, экспериментируем. Я буду Био. А я буду Броком, потому что он тоже на ульте, по-моему, сносит. Ага. А у него же гаджет есть. На отпрыг. Ну, у тебя другой гаджет стоит, не на отпрыг. Нет, не на отпрыг. А на отличный. Супер тупой гаджет. Ну, шутка, это самый лучший гаджет. Давай я там их пока задерживаю, Кирилл. Блин, о, с нами Фэнк, это отлично. А, блин, ну что же она такое делает? Он вонул. Да, блин, куда он пнул-то? Это не он, а она. Фэнк, это она? Нет. С нами Фэнк? Нет, Бонни пнула. Точно. Улетой, тем более. Неплохо. Почти чуть. Давай, забивай. Просто вот в такое вот расстояние, в малюточка. Малюточное. Вот это он зря, конечно, сделал. Так, давай. Ну да, согласен. Как в туалет идем мы. По очереди. Тебе пнуть пас. Да какой там мне сейчас это бонус? У вас пас. Блин, я не заметил то, что... А я на самом гитаре, я смотрел только на мяч. Блин. Так, убегай оттуда, вонючка. Вонючка. Кирилл, ну выпинывай. Зато выпнул. Так, у них же, по-моему, сейчас разрушено, я могу сейчас издалека, правильно? Да, разрушено. Да, блин, я прям ей дал в ноги. Кому? Таре. А я думал, Бонни. Каждой твари по таре. Каждая тварь – это Тара. Может, ты Тарой попробуешь? Да она какая-то не очень. Она же тварь. Так, ну... Миллиметр оставался тоже, до, да? Победы. Мы бы сейчас могли победить, если бы жизни было побольше. А у кого много жизни? У меня пока. Нет. У кого самое большое здоровье? Прям бах, смотри, есть на последней секунде просто мастерство. Фэнгуша, ты делай вещи, Кирилл. Нам нужно выиграть. Осталось... Еще 4 гаджета, знаешь, какой? Осталось совсем чуть-чуть. Откуда? Пип. Ну, куда? Пип приземлится, туда я и телепнусь. Ну, это гаджет у меня такой. Все правильно. Можно использовать только 3 раза. Это же логично. 3 раза хватит. Нет, не хватит. Это кто вообще? Ты видел? Я сломал немножко ихние ворота. Но вот зря он забил ворота. Потому что я бы мог направить на центр ихний
ворот, и все было бы нормально. А там всего ты видел вообще, как Джин прошел и забил? Это вообще какой-то эксклюзив. Он вообще даже нас не спрашивал. По нашей команде же нельзя просто взять и забить. Нужно же сначала помучиться. Чего? Это что за зверь вообще с нами играл? Давай с ним еще раз согласимся, если ты согласишься. Ну, давай согласимся ради тебя. Давай, давай. Да соглашайся, забивай за нас. Ну ладно, давай себе выполним квест, потому что у меня уже... осталась одна победа, Кирилл уже выиграл, правильно? Да. И... ни одного промаха было. Не было. Точнее. Кстати, а ты это не хочешь поиграть? Как-то? Амбер. Да, она же тоже. Это Лего? Да, легендарный. Почти. Трикшотом забил. Почти пипипом облип. Пипец, ты пипом умеешь вообще управлять? Нет. Все правильно, зачем ты? Никак. Блин, это кто? Мамаш Капкан, что ли? Взбесилась. Да. Да, что она прям поливает, вообще не слабенько. Гаджин, давай иди, как ты в прошлом уровне забивал. Чё ты сейчас отупил вообще? Есть, это ты его, да? Шелли. Я воню Шелли, но Пэм с ником Шелли. Ну, точно неадекватные. Это то же самое, что тебя зовут Антон, я в тебя Артем. Васян. Эй, ты куда вообще, что ли? Да ничего, сейчас вот. Иди забивай, иди забивай. По старой схеме. Джин. Что он сейчас дует? Играет дурака. Я, кстати, вообще давно не забивал. А я тем более. А он, кстати, смайлики прислал, типа, чё вы мне мяч не даёте, хотя он у ворот был. Сори, чё, увлеклись, а? С кем не бывает, да? Угу. Ура! Если мы сейчас подождем. 35 секунд. Готов. И они нам не забьют. Точно. Слушай, Джин-то не такой уж и плохой так-то. Ну, или у него урон вообще мелкий, да? У него урон мелкий, как у Пока. Точно такой же, на четвертом. Зато им промазать сложно. Да. Где, а что это было? Зачем он гаджет перетянул, Пэм? Ты видел? Другого хотел перетянуть, возможно. Просто гаджет взял и перетянул, да? Ура, я сломал ихние ворота полностью. Да, ты куда там успеваешь? Ты как хакер маленький. О, у меня 58 жизней. Ура, у тебя. У меня тоже есть пинчик, да? Давай открывай его. Да, есть. Мы добились пина. Вау, вот так вот он дается. Да, вообще круто. Вот, неплохо. У меня тоже есть пин. Все, всем сейчас. Отличного настроения. Да, он здесь. Играйте дальше, больше и делайте добро. Добро, бро? Всем пока-пока. Пока-пока.